Здравствуйте, гости и друзья моего канала. С вами Марина и мой канал «Марина и орхидеи». Вчера, в четверг, был небольшой завоз орхидей на Павловском тракте в Леруа Мерлен, который расположен в городе Барнауле. Орхидеи привезли по 684 рубля. Опять же, повторюсь, их немного, но они свеженькие. Вот такой розовый дракончик. Красивая орхидея, напоминает Манхэттен, но губа у нее не крапчатая, а у Манхэттена она вся-вся в мелкую крапушку, в такую леопардовую, красивую. И у розового дракона есть розовая окантовка на цветах, а у Манхэттена, опять же повторюсь, такого нет, у нее все-все в крапинку. Но орхидея тоже очень достойная, очень красивая. Какие-то они вот сегодня побитые, каких-то частичек не хватает у цветочков, ну, может быть, так грузили. Но орхидеи, повторюсь, свеженькие, не уставшие, не поникшие, а с замечательными корешками. У нас сегодня был мороз, их успели разгрузить, повторяюсь, вчера, так что они в отличном состоянии. Темный пигмент на листьях, такая красотка. И таких орхидей несколько, вот видно, бутончики у всех целенькие, очень красивые, крапчатые. Необычная желтая. Красотка Агнес, их тоже несколько. Замечательная орхидея. Темная, бордовая, бархатная и замечательная светлая губа. По 1111 рублей. Вот такие Pretty Romance, Astrid. Еще одна Pretty Romance. Ну, здесь уже, наверное, это все-таки не свежие. И Golden Leopard. Видно, сюда переставили орхидеи откуда-то с другого места. И по 628 рублей. Такая красавица. Ну, скорее всего, подова. Рядом с ней еще одна Pretty Romance. Красавчик Рим. Как-то вот в разных местах поставили. Часть свежих, часть старых. И тоже 1111 рублей. Орхидеи на две стрелки. Это Нарбона. И тоже не свежая. А вот белая свеженькая. Дендробиумы Эмма 955 рублей. Даже фиолетовые. И анцидиумы. Они уже шли как орхидея микс. 677 рублей. И 684 рубля. Это камбрии. И я так думаю, что вот эти вот некрупные фаленопсисы. Самая крайняя это морелия. Мультифлорочка. Привезли цимбидиумы. Штучки 4 точно свежих, очень красивых. Посмотрите, какие они волшебные.
чудесные, ароматные. Я их понюхала, полюбовалась. Нежный-нежный белый. Рядом с ним стоит вот такой на один цветонос, и почему-то цветочки полностью не открывают вот так вот в полузакрытом состоянии. Вообще цимбидиумы очень быстро открывают свои цветочки. Что-то ему некомфортно. А вот следующий, посмотрите, какой красавец. Тоже несколько крупных бульбочек, остальные молодые. Вот он, красотун. Такой вишневый. Очень красивый, праздничный. Люблю цимбидиумы. Этого что-то с лепестком. Белые, нежные. Нереальные цветы. Очень красивые. Вот такой небольшой завоз был Леруа Мерлен на Павловском тракте в городе Барнауле. А с вами была Марина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. И всем пока-пока и всего самого наилучшего!